Мы наденем дружно маски, витаминов наберем, коронавирус мы прогоним и как прежде заживем. Под зажигательную программу с Дедом Морозом, Снегурочкой и символами уходящего и будущего года трамвай мчит по улицам родного города. Сначала самарцы удивляются, но уже через секунду проникаются новогодним настроением. Сейчас за счет коронавируса все как бы грустные, а вы таким образом поднимаете всем настроение. Скорее бы меня прогнали. Дед Мороз, Снегурочка, Крыса, Бык и Баба Яга. На самом деле у всех персонажей есть реальные имена, и все они сотрудники городского депо муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление». Акцию «Новогодний маршрут» в Самаре впервые провели в прошлом году, и с тех пор она стала доброй традицией. Вагоны украшали коллективно, конкурсы, стихи и песни тоже придумывали вместе. Получился театр на колесах. Люди в восторге, даже мы в восторге. Вот. Весело всем, настроение поднимает. Все как-то забывают немножечко хотя бы о проблемах об этих. Был очень трудный год. Ну, в общем, я надеюсь, что мы настроение поднимем еще раз. Какими только талантами не обладают новогодние герои, поют, танцуют, устраивают конкурсы и дарят подарки. Одним пассажирам организаторы вручают календари, с другими от души делятся конфетами и мандаринами. Кто-то и вовсе делает селфи. В трамвае такое и впрямь увидишь редко. Хорошие отзывы, положительные, всем все нравится, люди там смеются, говорят спасибо, поэтому вот честно, мне кажется, что вот сегодняшнее время в такое сложное, это вот такая капелька, которая вот дает хорошее настроение, поэтому все воспринимают ее очень-очень позитивно. Наряженным перед Новым годом будет выходить в рейс не только пятый трамвай. Эстафету акции подхватили в Кировском депо, где Снегурочка и Дед Мороз совершают путешествие по третьему маршруту. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События.